Защита населения от наводнений – приоритетная задача органов власти всех уровней. Укрепление берегов в повадкоопасных районах позволяет минимизировать ущерб от водной стихии и обезопасить местное население. Сегодня в станице Преградной состоялось открытие берегоукрепительного сооружения, в котором участвовали представители власти республики, Федерального агентства водных ресурсов России, депутаты различных уровней и местные жители. Подробности у Али Баташева. Продолжительные ливни, таяние снегов зачастую приводят к паводкам и создают опасную ситуацию для жителей Урупского района. Эта ситуация длилась годами, говорит местная жительница Татьяна Озерная. Много лет жителям станицы Преградной сильные дожди приносили волнительные моменты. В результате прохождения ежегодных наводнений не менее 3-4 раз в год. Река Уруп резко меняет направление и происходит интенсивный подмыв, разрушение и затопление селитебной территории левого берега. Уровень воды достигает 1,5-2 метра. Расстояние от реки до жилых строений до 25 метров. Работы на реке Уруп в станице Преградной начались в 2021 году и были досрочно завершены в течение 5 месяцев, в марте 2022 года. Дамба протяженностью 2,5 километра защищает местных жителей, их жилые дома и приусадебные участки, а также церковь, мечеть, инженерные коммуникации и другие социальные объекты, говорили на открытии. На этой территории у нас проживает порядка 700 человек. Это порядка 280 домовладений. Большая территория, огромная социальная значимость этого объекта. Сегодня, можно сказать, обеспечены безопасные условия проживания населения. И это значит, что прежде всего правительство заботится о своих людях. И объекты социального значения, они тоже защищены. Это очень важно. Высокие гости лично осмотрели дамбу, пообщались с местными жителями. Это 2,5 километра, это большие объемы. Ну, мы сами сегодня увидели, да, на самом деле это вот 6 метров высота, 6 ширина. Это огромное сооружение. И, конечно же, это большая заслуга, прежде всего, как Министерства Республики экологии, которое было заказчиком этого мероприятия. И, естественно, правительство республики, которое оказывало всяческое содействие для того, чтобы обеспечить своевременную реализацию. Укрепление берегов реки Уруп, кроме обеспечения безопасности населения от водной стихии, позволит остановить развитие эрозии, сохранить от размыва пойменные земли, улучшить пропускную способность русла. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район.